Обалдеть. Поросеночек, ты готов к математике? Мам, не сейчас. Положи учебник у двери. Хорошо. Мам. Да, поросеночек. Можешь немножко подтопить в комнате? Конечно, поросеночек. Домашнее обучение — это шикарно. Эрик, я принесла новый учебник по истории. Спустись вниз. Не сейчас, мам. Эрик, пожалуйста, мы должны хотя бы сегодня поучиться. Я и так учусь, я с мартышкой учить грамоте. Привет, жертвец, как тебе домашнее обучение? Шикарно. Вытряхивай свою задницу из кровати, надо разобраться с этими домашними пацанами. Не могу, я слишком устал, может, завтра? Завтра дискотека, пацаны собирались привязать его к флагштоку. Круто, да, пойду.